Добрый день, уважаемые телезрители, любители животных. Мы снова с вами в эфире, и я отвечу на актуальный вопрос, который сегодня, ну, имеет под собой почву. Мы вернемся к проблеме иксодовых клещей. Увы, нужно помнить, что они сейчас еще не уснули. Клещ уходит в спячку, в анабиоз, когда наступает отрицательные температуры круглосуточно. Сейчас этого нет. Если утром бывают заморозки, то днем, как мы видим, температура 12-15 градусов, и клещ ведет активный образ жизни. Ну, естественно, представляет опасность для наших питомцев. Значит, почему в большей степени для питомцев? Потому что у них температура 38-39 градусов, они раздетые, и клещ это чувствует. Мы с вами идем, естественно, в одежде, теплоизоляция, и клещ, как правило, выбирает объект тот, который более сильно выделяет тепловую энергию. Поэтому для животных он представляет на сегодняшний день опасность. Поэтому нужно осматривать после прогулки своих питомцев. Неплохо было бы еще обработать их препаратами, которые имеются, или не нужно снимать те ошейники, которыми вы пользуетесь в течение лета. Значит, ну и как правило, вот у крупных животных мы находим клещей присосавшихся, а у мелких декоративных животных, значит, клещей, как правило, мы не находим. Но заболевание возникает и приходится лечить. Ну, естественно, нам нужно отвечать на те вопросы, которые возникают у владельцев. Как так, мы клеща не видели, а животное болеет. Увы, такие вещи есть, потому что клещ не всегда присасывается, может укусить, при этом уже заражает объект. Вот, и в дальнейшем развивается заболевание. Поэтому будьте внимательны, осматривайте животных и в случае чего обращайтесь своевременно к ветеринарным врачам. На этом всего хорошего. До свидания. Если возникли вопросы, звоните по номеру телефона, который вы видите на экранах своих телевизоров. Ваш питомец не играет, плохо ест и у него горячий нос? Врачи клиники доктора Калинина помогут ему в день обращения. Хирургические операции и терапия, диагностика и консультации. Вызов врача на дом. Более 25 лет помогаем вам и вашим питомцам. Наш адрес: город Челябинск, улица Гагарина, 2. Телефон 230 29 30.